И последнее. В третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. В нынешнем году праздник приходится на 18 июня. На протяжении многих лет лучшие работники здравоохранения Карагандинского региона удостаиваются премии Акима области. Среди кандидатов – врач-травматолог Берик Тулеубаев. Берик Еркебуланович Тулеубаев начал свою трудовую деятельность в 1997 году врачом-травматологом в медсанчасти предприятия «Караганда-Уголь». Сегодня профессор, доктор медицинских наук Берик Тулеубаев, заместитель директора областного центра травматологии и ортопедии имени Макажанова. В своей работе использует только передовые технологии. Наша главная задача – поднять на ноги пациентов. Если операция проходит успешно, то наши пациенты выходят на работу в короткое время. В этом нам помогают современные технологии, которые мы применяем во время лечения. В свое время врач Тулеубаев прошел обучение в столичном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. Защитил две диссертации. И сегодня Берик Еркебуланович является одним из ведущих специалистов в Казахстане по эндопротезированию. Он всегда внимателен к пациентам. Они выражают ему благодарность и признательность. Ну, тут меня ставят на ноги. Молодцы, я учился ставить. Клянусь, они прекрасные. Коллеги характеризуют Берика Тулеубаева как целеустремленного, дисциплинированного, коммуникабельного человека. Они всегда прислушиваются к его авторитетному мнению. У Берика Еркебулановича немало отраслевых наград, а в прошлом году был награжден государственной наградой – медалью «25 лет независимости Казахстана». Берик Тулеубаев – врач с большой буквы, на счету которого немало спасенных жизней. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинск.